Нет необходимости сегодня говорить о том, что праздники закончились, и надо интенсивно включаться в работу. Год предстоит нелегкий. Нет необходимости, потому что мы не отдыхали так, как наши соседи. Неделю-две мы давно приступили к работе, поэтому настроены на нужный лад. Сегодня я хотел бы обсудить с присутствующими должностными лицами некоторые вопросы экономического и общественно-политического развития в 2019 году в Беларуси. Много об этом говорится и о том, что это предвыборный год, это действительно так. То, что у нас достаточно вопросов, которые надо решать лучше, чем они решаются в настоящее время. И мы знаем и умеем решать эти вопросы. Есть вопросы, связанные с нашим основным партнером Российской Федерации и Евразийским экономическим союзом в целом. Есть вопросы в нашем военно-политическом блоке, союзе договора о коллективной безопасности в этой организации. Я думаю, все эти вопросы мы обсудим, и поскольку здесь ключевые люди, которые принимают решения в стране, я также и проинформирую вас и отвечу на некоторые вопросы, которые мне не удалось довести до вас после переговоров с президентом Российской Федерации. Все это подлежит обсуждению, чтобы не было никаких недомолвок, и главное, чтобы у вас не оставалось каких-то сомнений по поводу решения чувствительных вопросов для нашей страны.